Всем большой привет! Сегодня нам надо с Валерой проехать в Фикс-Прайс. А мне нужно купить отбеливатель и магнит-косметик. Валера говорит, одеколоны все закончились, какой-нибудь взять после бритья, чтобы можно было намазать. Вот стою, скрабирую кожу на улице. У нас сегодня дождик, льет. Вот решила немножко проскрабировать голову, по-моему. Или что-то звонила, я алло, она так и все. Но сейчас, наверное, скажет, мама, забери меня, потому что погода не очень. Дома сидят, а дома скучно. И вот сейчас быстренько соберусь и проедем. Сейчас смотрю, мама что-то прислала с праздником, с днем Петра и Павла. Вот это понятно теперь, почему... У соседа сегодня день рождения. Его зовут Павел. Раньше же так называли. В честь святых по дню рождения смотрят. Папа у меня был Николай. Он перед... Где Николай Чудотворца летнего родился? Меня зовут Алвина, а я крещенная. А крещенное имя у меня Алевтина. Вот Алвина, Алевтина. С крабом я чистой линии. Самый-самый лучший. Это чистая линия. Еще надо будет посмотреть рулонные шторы. Я видела в Фикс-Прайсе. Надо сейчас Валере сказать, чтобы он измерил нам окно. Но я хотела бы сюда какой-нибудь тоже под что-то коричневое, под ванну. Как у нас вот ванна, под вот этот светильник. В сочетании белое и дерево. Эко, сейчас же. Сейчас же модно все такое. Что-нибудь такое коричневое под дерево надо взять. Мама пошла смывать. Такая красота. Такая вот у нас погодка. Капает и капает целый день. Но это хорошо. Картошку надо поливать. Вижу, как и здесь табак распустился мой душистый. Он где рудбекки фиолетовые. Валера достает тут триммер. Капает на улице все. Можно теперь идти. Такая погода, а много народу, да? А сегодня пятница, наверное. Это рабочий день. Покупаете. Рабочий. На рынок приехали. Заодно можем посмотреть, абрикосы здесь почем. О, как. Задним ходом. Парковку встанешь? Давай поехали на парковку. Здесь там стоите. Ну, здесь не встанешь. Могу вот сюда? Ага. Да, давай на парковку. Вот это, наверное, все-таки здесь, да? Сейчас забрать можно. Это зеленое. Угу. Ну, песик такой. Что, их много здесь так, да? Ну, да. Так, вот это у вас есть, да? Китайский рынок. Пойдем туда есть. Бери там. По 6 рублей.
А ты почем? 10 рублей. Брал 10? Да. А? У нас в магазине. Здрасте. Здрасте. Вот это на воды. Наверное, вот он. Здесь пакет. Не знаю, можно взять. Сколько их? Взять-то. 6 штук. Закатного полива. $149, 7,5 метра. Не знаю. Дырочками? Ну, ванна там на картинке. А, просто давление довешиваем. Да. Дырки типа. Не пойдет? Нет, туда не беру. Раз ты не знаешь. В этом смотрел, типа, просто дырки. На заднем смотрю. Так, надеюсь, мне такого ничего вроде не надо. Тут ёршики я смотрела на... Валберис. Угу. Намного дороже. Здесь клейка. Сейчас сюда привезли. 116 рублей. Прищепки, смотри, какие. Котики. Надо что-то. Смотри, что-нибудь интересное. Ну и лизнь надо там с акулом. С Педро. С Педро. Какие-то хорошенькие шортики. И на мальчиков, и на девочек подойдут. Что еще я здесь хотела посмотреть? Раньше был штатив. Сейчас что-то такие дорогие штативы, одноразовые, продают около 500 рублей. А мне такой не надо. Вот еще телефон. Эти устанцы. Удочка. Здесь штатив не вижу. Что там? Такая же подушка. Нормальная подушка. То же самое. Не знаю. Взял себе. Вот это не эта цена. А, так, так. Я бы себе рабочий взял. Так сними со своей. Ты сейчас на работу выйдешь, в основном на той будешь ездить. Сейчас вам глаза. Смотри, смотри, я тут пока что-нибудь посмотрю. Ай. Это перец. П перец. С соль. Подставка. О, этот. Это у нас. Ага, вспениватель для молока. Весы электронные, кухонные, 399 рублей. Кофеварка электрическая. 349. Ее, по-моему, рекламировали в этом, да? Да. По телевизору вот этот же есть магазин, да, в три дорога, которые все возьми и купи там салатник с крышкой.
Женщина не смогла вытащить. Ты хочешь, да? 1236 рублей. Ладно, карты есть, я за 30 рублей. Одна попытка. А что, подорожало, что ли? Один раз попробую. Нет, так же. 10 рублей. А что? Ну, значит, 3 раза минимум, наверное. Да? Что, как ты думаешь, можно что-нибудь делать? Ну, либо Пикачу, либо мне вот кажется, этого пошевелить, серого попробовать. Если пошевелить. Пикачу никак до конца не доходит. Ну, хочешь, попробуй. Карты, что ли, будешь? А у меня нету мелочи. Машины идти, что ли? Вот 3 раза. Да. Мне кажется, серого надо вот этого пошевелить. А, видишь, да, оно не достанет до серого тоже. Видишь? Розовую надо пробовать. Пикачу. Да Пикачу не достанет. Вот же. Вот. Все, он уперся. Нажимай. Говорю, жалко. А что, он до конца все, что ли, нету? Так же не достанет, да? Да, Пикачу твоего. А что это вообще? Разводка. Он до конца не достает. Ну, розовую тоже, да. Розовую тоже до конца не достает, оказывается. Не знал, что такая подстава. А чего так будешь? Он не может, сил не хватает. Обманка. Что там? Карточка. Приехал на Магнит Косметик. Столько машин, да? Столько машин вообще? Да, много. Место всегда было. Да. Вообще застал. Центральный Магнит Косметик, здесь выбора побольше. Вот почему-то после этого эскалатора у меня всегда голова кружится. Выходишь, и голова кружится начинает. У тебя нет такого? А, освежитель? Какой ты брал? Вот это, наверное, по-моему, тропические цветы, нет? Это мальдивские мечты. Пиникулы в Испании. Ну, я, по-моему, Айра, да, брала? Вот этот, по-моему, только брызнет. Я его узнаю из тысячи. Дай руку. Там ломается. Ну он же. Давай я сделаю. Вроде да. Да, он. Вкусно. Мальдивские мечты. На Мальдивах будем. Господи, тропические получили. А вот, наверное, еще по акции прикольно. Может, 2 взять? Ну, мы же 1 взяли. Ну да. Ну вот это первый был. А, где вау, камни? Шузы какие. Футбольные штучки. Футболка прикольная. Эксель. Розовая. А это? Какой размер? М. Хорошее качество вот у этих футболок в Магните. Можешь взять себе розовенькую. Мерить не будешь? Нет.
заберут? Не знаю. Хотя могут. У нас да. Девочки есть. Я хочу открыться на пресс. Она по коммерсайз идет, я думаю. Да, что-то как-то маловато. Свободная, да. А XS что? Больше. А, это XL. М-ку, наверное. М-ку побольше, да? Да. М-ку нормальная. Сейчас как-то сложить еще обратно. И обратно сложить. Чтобы свободная была. Да так? А? Так просто. А как иначе смотреть тоже? Конечно. Она мне все выпадает. Свеча, денежный магнит. Оля. Не надо. Давай. Нет, свой магнит. Эфирными маслами здесь поможет привлечь изобилие денежных финансов, денежный финансовый поток. Понятно? Угу. Будда вот. Можно. Что это? Медитация, равновесие, покой, эмоциональность, покой. Буду надо пузико тереть. Сова, мудрый, знание, помощник, эзотериков. А там что? Лев, ведьма. Валер, я нашла. Своя. Символ глубокой женской мудрости. Своя. Ведьма, ведущая женщина, это я. Обладающая тайными знаниями, она управляет энергиями, а значит, обладает ключом к счастью. Вот, ты тебя. Почему такой счастливый? Когда я вообще с ведьмой живу. Потому что ключ. О, это прикольно, да, с кокосовыми какие-то свечи. Пахнет, наверное, вкусно. О, вот и давай купим штуки его. Ой. Будем это, вон карта Таро. Пошли лучше в церковь съесть. Ага, не говори. Здоровье, здоровая семья. Деньги о горбате. Вон денежный талисман тебе ручной. Расскажи-ка, денежка, где было? Расскажи, зеленая, как дела? Пою, за да? За тобой я бегала целый год. Не видела что-то. А ну-ка, давай-ка, приди мне на счет. Смотри, какая статуэтка, тут сердечко красивое. Да, интересно. Да? И сколько такая свечка стоит? Ну-ка. Сколько? 300 рублей. 400, 800, 20 тысяч. А вот эта свеча денежная 300 рублей стоит? Ну, что-то она типа не ради денежная. Потока можно лето, да? Да. Последние 300 рублей отдай и купи. Подожги. И у тебя будет денежный поток. Будешь без 300 рублей. Придет, вернется 3000. Ага. Ты не суеверный? Нет, в этом плане нет. Нет? Нет. Жесть, да? Шаркер сгорит и все. Ага. Да. То есть трудом. Покупает кто-то, наверное, да. Кто верит, да? Предложение рождает спрос. Ну да. Спрос рождает предложение. А что, купил и вот случайно пришла что-нибудь, раз. Да? Там что-нибудь выстрелило, все, и все. Все, теперь всю жизнь покупает. Как да. Лотерея. Да. Это точно. Так,
Юбилер-центр. Надо? Надо и лезть цепочку. Мне сережки надо. Какой лезть цепочку? Мне нужны какие-нибудь эти. Здравствуйте. Маленькие гвоздики серебряные. С мое золото. Есть-то? Нет. Количество выигрышей 2. 20. Что это? 20. Не знаю. Валера купил себе билет. А, давай сотрем, потом посмотрим, да? Черебасом золотым, да? Ага. Давай одну ты, одну я. Не хочу. Проигрышный билет стирать. Это раньше было прикольно. Раньше не обманывали, но сейчас, походу, одни эти. Можно три каких-то стереть? Нет, наверное. Всегда все стирается. Мусор. Ты хоть понимаешь? Не. Ну, что-то это мои числа, это не мои. Как-то. Чё-то. Да. Наверное, вот эти числа, если там какие-нибудь выпадут, то есть только я и выиграл. Наверное. А, одинаковые, типа такого, что ли? Нет, вот здесь числа еще. Ну и? Не знаю. Сейчас, у нас все дотереть же спер. Уже сколько много этих. Ну вот, что это? 200 рублей. 280 тысяч нам надо. 50 рублей. А это что, 63, 89, 50, 52. Подожди. Правила игры. Сотри защитные игровые. Выигрышные числа. Заяц какой-нибудь там. А, кто еще? Что-нибудь выиграл, да. Вот полтинник выиграл уже. Да? По-моему. В смысле? 100 рублей, да? Ваши числа какие-то там. Вот. Ну, выиграл. 67, вот у меня 67 есть. 50 рублей я выиграл, да? 30 нету. 89, еще полтинник выиграл. Угу. Вот 100 рублей я выиграл обратно. Понятно. Пойду заберу тебе. Иди две купи. Кого? Они по 50 рублей. 100. Ничего себе, блин. Я обратно заберу 100 рублей и все, лохотрон. Конечно, лохотрон. Валера говорит, айда, вин куда-нибудь зайдем. Как? Дальче. Дальче. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, такое место симпатичное для Иглино, да? Ну, что-то здесь ничего нету. Том ямы нету и нету еще чего? Куриные крылья, да? Да, сливочным соусом. Вот смотри, напиток тебе, пожалуйста, принесли. Можно нам вынос? Мы еще ничего не заказали. Только уйти хотели. Ну, ценник здесь такой, как это. Как будто бы мы не в Иглино, а в Уфу приехали, да? Нет. Пивное плата. Где-то. А что здесь брать-то? Я не знаю. Супер грибной том-ям, солянка, бульон с яйцом. Паста фетучини. Поехали домой? Да. Поехали домой. А ну, здесь ничего такого нету, что здесь напитки. Пожитков съездим. Поехали домой съездим. Ну, давай идем покажу. Ну, а здесь ничего нету, я том-ям хотела. Думала, может, том-ям, а здесь том-яма нет. Тебе так вообще здесь есть нечего? Нет, вообще нет. Пасту мы дома поедим. Пошли туда съездим, там же тоже ресторанчики есть. Не, поехали домой. Поехали домой. Айда в хлеб возьмем вот этот батон по-мексикански, с чаем попьем. Пошли. А что ты не хочешь-то? Да не хочу. Здесь ничего нету. Поехали в щепку. Нормально этот, только красиво сделали и есть нечего. А что ты кушать вообще? Я там вообще ничего не... Паста, паста, макароны, паста. Ну это я так себе. Сюда надо что-нибудь такое вот. Что мы дома не едим? Люляшечку сюда. Ну, красиво мне нравится внутри. Вот соседка звонит. Сейчас пойдем в ресторан. В итоге вернулись мы домой. Покажу, что взяли.
туалетную бумагу в фикс-прайсе взяла. Взяли вот такие вот цветную бумагу. Здесь две штуки по 22 рубля. Две штуки. Уже надо потихоньку к школе подкупать. Краски 71 рубль, акварель. Это в китайском магазине в фикс-прайсе взяла вот такие вот пакеты для заморозки. Биоразлагаемые. С завязками даже. Это в фикс-прайсе тоже 69 рублей. Валера взял себе вот такие духи недорогие. Для, ну, после бритья. Пластилин в фикс-прайсе тоже сейчас скидка 89 рублей, две штуки. По карте ручки 79 рублей. Элизь взяла вот такие вот маленькие резиночки 59. Освежитель воздуха такой 149. Для волос вот такой Мимус взяла. Несмываемый крем-спрей для волос 300 с чем-то рублей. Скидка сейчас на него так 400 рублей у меня закончился. Тряпочки для автомобильные, это тряпочки, это я всегда их беру. Крышки все-таки взяли. Вот такие здесь. 14, по-моему, штук. Валера взял себе еще вот такой дезодорант. Вот такой вот. Вот, я пошел. Взяла крем для рук. Чувствую? Да, вкусный. Арахис кокосовый. Пудру для лица взяла себе такую матирующую SPF 15. Вроде бы по тестеру посмотрела, неплохая. И вот этот отбеливатель. 4 штуки. И батарейки. Да. Мы уже идем через огород. Ну ладно. Мы так, чем через... Ой. Да, а вы как к соседям ходите? У нас тут это своя дверь, вот, соседская. Давай. Ну? И самый